Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Юнит 3, секция «Progress Check», проверка изученного, задание номер 5. Прочитай предложение. Отметьте предложение, которое соответствует тексту буквой T, true, и предложение, которое не соответствует тексту буквой F, false. Текст мы читали при выполнении задания номер 3 из текущей секции. Первое. Granny Marcel lived with her family in the country. Бабушка Марсель жила в городе со своей семьей. False. Ложь. Она жила, как вы помните, в деревне. Второе. One day her animals fell seriously ill. Однажды ее животные сильно заболели. False. Как вы помните, бабуля Марсель плохо себя начала чувствовать, и тогда ее сын решил забрать ее жить в город. Третье. When Granny Marcel left, the other farmers agreed to take care of all her animals. Когда бабушка Марсель уехала, другие фермеры согласились присматривать за всеми ее животными. True. Истина. Четвертое. Her grandson helped her to look after her animals on the balcony. Ее внук помогал ей присматривать за животными на балконе. True. Истина. Окей. Мы с вами определили истинность и ложность утверждений. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.